Добрый день, дорогие друзья! В сегодняшнем выпуске программы «Нулевой километр» мы предлагаем вам познакомиться с прекрасным храмом в Коптевке и, конечно же, расскажем об истории этого уникального строения. Современный агрогородок Коптевка расположен в 14 километрах от Гродно. В центре селения на возвышенности стоит каменный храм Успения Пресвятой Богородицы. Строения относят к храмам так называемого псевдорусского стиля. Это архитектурное направление возникло в XIX веке во время пробуждения народничества и всеобщего интереса к древней культуре и старинному зодчеству. В народе такие церкви прозвали «муравьевками», ведь именно в этот период граф Михаил Муравьев, тот самый, кто жестоко подавил восстание 63-го года, начал возрождение, цитата, «православного характера северо-западного края». Церковь в Коптевке, согласно стилю, имеет шатер, то есть восьмигранную пирамиду, полукруглые фронтоны, высокие оконные проемы и декоративную лепнину. Совершенно случайно в храме удалось найти клировые ведомости, где священники писали свои краткие биографии, а также подлинный план деревянной церкви, которая стояла на месте современного храма до 1865 года. Перед строительством каменного сооружения деревянную церковь разобрали, а из ее остатков на кладбище на время стройки была сооружена часовня во имя великомученика Георгия Победоносца. Туда снесли всю церковную утварь и иконы. Часовня просуществовала до середины 20 века. Пожалуй, главной гордостью церкви в Коптевке является Красностокская икона Божьей Матери. Образ располагается слева от входа в храм. На кивоте, в которой обрамлена икона Богородицы, написано, что холст был пожертвован в 1914 году крестьянином Герасимом Захаркевичем из деревни Сухмени. Сама икона в нашем храме – это список чудотворной иконы, подаренной в 1914 году. Поэтому в этом году у нас столетие иконы, и мы будем торжественно праздновать 20 октября. Можно сказать, это второй престольный праздник, второй день рождения храма. Собирается народу очень много, мы совершаем крестный ход до креста, который находится при въезде. Оригинал иконы находится сейчас в Полоцке, даже не в самом Красностокском монастыре, а в Полоцке. Не думаю, что он заказывал, простой селянин заказывал икону, картину какого-то художника специально. Его родственники говорят, что он служил в армии. Это как раз Первая мировая. И мог привезти ее с собой просто. Откуда, сложно сказать. Вообще, вот историки знают 7 копий, и многие из них утрачены. Православный храм в Коптевке никогда не закрывался. Даже во время Второй мировой войны приход функционировал. Но, как вы понимаете, лихолетия не могли не отразиться на состоянии церкви. Обшивка, крыша, пол и даже старинная брама нуждались в серьезном ремонте. В 2011 году начались капитальные работы по восстановлению храма. На месте старых деревянных окон со щелями появились стеклопакеты. В храм провели отопление, оштукатурили стены и утеплили пол.
Но главное, в храме появился новый иконостас с гипсовой лепкой. Его возводил известный гродненский фотограф Игорь Жданович. Иконостас из газосиликатных блоков прослужит гораздо дольше, чем деревянный, да и обошелся в разы дешевле. Наверняка многие, кто посещает Коптевскую церковь, задаются вопросом, что за странный памятник с младенцем находится на территории храма. Надгробие сделано в виде скалы, а на выступе сидит маленький мальчик. Ножки его небрежно скрещены, а рука теребит растущий рядом цветок. Здесь похоронен Георгий Курлов. Земский начальник, потомственный дворянин Евгений Евграфович Курлов переехал в Коптевку из России в 60-х годах 19 века. Он был не только общественным деятелем и поэтом, но и старостой храма. Когда в 1906 году в семье Курловых случилось несчастье, умер сын Георгий, меценат Евгений Евграфович пожелал похоронить малыша рядом с любимой церковью. Некоторые источники ошибочно указывают причину смерти – утопление. На самом деле в метрической книге сказано, что мальчик умер от воспаления легких. В это время в регионе как раз бушевала эпидемия. Местные жители говорят, будто богатое мраморное надгробие для сына Курловых заказывали в самом Париже. Правда, никаких научных подтверждений этому пока не нашлось. Настоятель храма Антоний Семилет помимо церковной службы занимается исследованием истории церкви и самого населенного пункта. А пару лет назад священник стал проводить уроки нравственности в Коптевской средней школе. В школе проводить занятия мне, наверное, на роду написано, потому что у меня мама учительница. Нельзя оставлять школу без внимания, потому что школа и церковь, ту революцию, это было одно и то же. Всю Российскую империю покрывала сеть церковно-приходских школ. Я верю, что рано или поздно все лед растает, и священники в школе, это будет такая же обыденность, как и учитель физкультуры. Сейчас, в принципе, народ проявляет вот эту религиозность, и посещение храма присутствует, ну, хорошее достаточно. Вот. Хотя, конечно же, присутствует некоторый элемент формализма, с которым, в принципе, успешно и боремся через воскресную школу. Через воскресную школу для взрослых у нас есть курсы катехизические по воскресеньям, мы проводим с показом фильмов через проектор. Забавное совпадение. Прямо рядом с церковью, на том самом месте, где раньше находилась корчма, сейчас расположен местный магазин. В истории Коптевки есть немало любопытных фактов, а некоторые события до сих пор окутаны тайнами. Чем не повод посетить этот агрогородок?